Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы проводим очередной розыгрыш. В этот раз мы разыграем 7 пар билетов на разные мероприятия. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно было ответить на несложные вопросы на нашем сайте и прислать нам анкеты с ответами. Всего пришло 588 анкет, 397 из них были правильные. Все анкеты с правильными ответами мы пронумеровали в порядке их поступления, и среди них будем разыгрывать 7 пар билетов. Это будет пара билетов на концерт Дизель Шоу, пара билетов на концерт Сергея Бабкина, пара билетов на концерт группы Мачете, пара билетов на концерт Фламенко, пара билетов на сказочный мюзикл «Снежная королева» и две пары билетов на шоу-спектакль «Как казаки новогоднюю звезду искали». Разыграем мы билеты с помощью сервиса Random Stuff. Выбираем из 397 анкет 7 случайных цифр. Итак, пару билетов на дизель-шоу получает анкета под номером 107. Это «Школка Анна». Пару билетов на концерт Сергея Бабкина получает 241-я анкета. Это Александр Работа. Пару билетов на концерт группы Мачете получает анкета под номером 103. Это Чистяков Валерий. Пару билетов на концерт Фламенко получает анкета 273. Это Антон Лещук. Пара билетов на сказочный мюзикл «Снежная королева» получает анкета под номером 199. И это... И это Гробовская Оксана. Пару билетов на шоу-спектакль «Как казаки новогоднюю звезду искали» получают анкеты 283 и 339 по паре билетов каждый. 283-я анкета – это Монаршенко В.Н. И 339-я. Это Белова Нина. Всех победителей поздравляю. В течение суток с вами свяжется наш отдел маркетинга и расскажет вам, где и как вы можете забрать свои билеты. Если вы участвовали в розыгрыше и не выиграли, не отчаивайтесь, мы будем проводить такие розыгрыши и далее. Читайте телеграф, участвуйте в наших розыгрышах.